шахтеров 15. Опять все скосили. А здесь не, опять не тронули ни грамочки. Вот скосили. Братьев Сизых не скосили. Сегодня 5 августа. 5 августа, лето заканчивается. Здесь уже хлопок сибирский уже вырос. Нет ответственных. Вообще все на все забили. В Рио губернатора. Обратите внимание. Это Орджоникидзевский район города Новокузнецка. Справа от меня шахтеров 15. Там тоже подкосили маленько и бросили. Джунгли. До угла дома скосили и все. Хватит на этом. Ну, пойдем дальше по протаренному пути. Здесь вообще цикорий уже на тропинку упал. Здесь вот как дерево наклонилось, а там тропинка под ним. Вот так люди здесь ходят. Она должна скоро лопнуть и завалить здесь все. Это у нас написано Шолохова 13. А с той стороны написано Шолохова 15. Или это на другом доме. А это знаменито Шолохова 36. А вот дерево, которое падает. А вон человек стоит, которого может оно прихлопнуть. Здесь тоже не кошено. Вот такой здесь тополь. Один здесь уже упал. Вот он, его спилили, он в кустах, его не видно. Но от него уже выросли новые побеги, вон докуда. А этот прям вот падать должен. И
здесь тополя поскосили, вон мусор весь побросали, тополя новые выросли, все на тротуар валится, никому дела нет. А это Шахтеров 26. Вот такой бардак напротив ВТБ банка. Вот так косят. Как мусор скосили, подрубили, все побросали. Красота. Где ваш контроль-то? Тут вроде как Кузнецов ездил по Орджоникидзевскому району. С водой боролся, а с зарослями нет, не увидел. На той стороне тоже ничего не кошено вообще, ни разу за все лето. Вот такой бардак. Универмаг на Шахтеров в Орджоникидзевском районе. А тут сенокосная пора. А там какой рясный стоит лопух. О, какие лопухи ядреные. Никто не может порядок здесь навести. Ни мэр, ни в Рио губернатора. А? Вот зачем они нам нужны, такие горе-руководители? Там травища. Смотрите. Такие заросли здесь. Это вообще Новобайдаевская 4 у нас. Тут даже тротуара нет. Сколько лет стоят дома, а тротуара нету. Забыли построить. Продолжаем обход по райончику. Это проспект Шахтеров. Здесь у нас Магнит, Карий, короче, это полет. Вот здесь убрано все хорошо, подстрижено более-менее. А правая сторона у нас богом забытая. Там автошкола, класс у нас есть. Медицинские анализы, пожалуйста, можно сдать. Полет. Цимус, все инструменты. Кустик упал. Ну, упал. Кому он мешает? Никому не мешает. Здесь проход такой вот. Здесь березка все схавала. Ой, какая крапива хорошая. Вот этой бы крапивы кому-нибудь бы а-та-та сделать бы. С этой крапивы сделать веников и кому-нибудь бы а-та-та, а-та-та.
Вот такие кущи здесь. Администрация Орджоникидзевского района, обратите внимание на ваш беспорядок. До чего довели район. И это каждый год. Администрация города Новокузнецка. Временно исполняющий губернатора. Наведите порядок в отдельно взятом районе. Больше месяца, как выложил видео, никто не реагирует вообще от слова совсем. Одни отписки. Одни отписки. Накажите хоть кого-нибудь. А если внутрь зайти туда, во дворы, там не лучше. Погода душна сегодня у нас. А вон трамвайные пути, а за ними вон какие кусты растут. Новобайдаевский. Идем дальше. Кто здесь будет все косить-то? И когда лето заканчивается? Там он вдалеке лента. Это Новобайдаевский. Это все проспект Шахтеров. Этот бардак, все. Это для шахтеров. Они это заслужили, что ли? Так получается. Тут не асфальт должен лежать, а брусчатка. Вот где убирают, там убирают, оно сразу видно. А где бардак, там всегда бардак. Сибирский городок за акварелью закрывается. Там будет жилой комплекс. Из 9, что ли, домов построят. В течение 6 лет должны построить. Все, он себя не оправдал, наверное, сибирский городок-то. Вернее, он себя уже оправдал, скорее всего. Но он больше не нужен здесь. Здесь тоже уже пора травку рубить, косить. Улица Рихарда Зорге.
вот этого сибирского городка скоро не будет. Он уже не работает. Вот такое огроменное здание было. И его тут все скоро кирдыким. Но я пошел домой. Шахтеров 20. Вот так здесь. Такой бардачок. Грязь одна. Скосили вчера еще или позавчера. Убирать некому. И вообще район грязный. О, сейчас сюда еще пойду. Знаменитые кирпичики местные. Здесь вроде малость навели марафет. Травку пощипали, но не всю. Но не всю. Вот так. Клумба вправо, клумба влево. И кончились клумбы. Клумбы заросли травой. Все в траве. Шахтеров 26. Ой, какая красивая обровка с травы лебеды. И здесь то же самое. Шахтеров 26. Пройдем здесь, давайте. УАЗик не видно почти. А если пониже опустить? Ну ладно, пойдем дальше. Голубь, кто тут косить должен? Не знаешь? А? Давай в сторону куда-нибудь. Ой, какие клумбы. Вот такие клумбы. Август месяц. Тут так вот до самой школы. 76-го лицея. Вот такой бардак. Не кошено, ничего не посажено. Вот, вот так примерно. Вот они все кустики, которые тут посрубали. Но видно, что они пиленные. Вывозить некому и некогда. И поломанные они тут все валяются. Все. Это только часть района. А если по всему взять, в общем, бардак везде. Артём, смотри.
кустики, конечно, это хорошо растут деревья. Но за ними тоже надо следить. Вот я иду, и мне вот прямо сейчас вот в лицо. Вот кто за этим следить должен? Кто это должен все подстричь? Должен же кто-то это делать. Почему не делается-то? Тут вообще сухое дерево. Вот такой небольшой ракурс. Вот стоит. Тоже должен на кого-то упасть этот куст большой. Закругляемся. Здесь выбили все, а здесь не надо никому ничего. Ну все. Где зашел, туда и пришел. В бардак зашел, в бардак пришел. Улица Шолохова, 9. О, здесь трава уже поспела. Все желтенькое. Все, всем пока. Всем здоровья. И вишенка на торте. Мороженица стоит. От нее там 3-4 метра септик. Оттуда такое амбре прет. Прям огонь. Ну все, как должно быть, как мы любим.